30. Сейчас посмотрим. Ой, что-то я думала, она лучше откроется. Ой, сколько сильно много игрушечек маленьких. Для моей Лаки. Игрушечки для моей Лаки. Ой, я таких пупсиков люблю. Какой красивый цвет. Боже мой. Не знаю, насколько натуральный. Минус 30% всего. Но красивый. Якоб. А у меня лежит рубашка, которую надо разрезать. Той же фирмы. Ничья. Ничья, это 1250. Не хочу лезть, но это не дешевле маты. Чья она? Чему на сумках цены внутри? Не хочу лезть. Интересно, какая 330? 230 сегодня. Какая колоритненькая кахтюля. Винтаж, винтаж. Гляньте, какое. Это национальное. Это национальный наряд. Очень милый. Прошу прощения, на руке висит грусть вещей. Хочу примерить. Вот еще увидела симпатичные вещички. 440 рублей. Длинный сарафан. Маленький размер, но очень яркий, красивый хлопок на подкладе. Какая симпатичная, 440. Юбочка интересная. Я правда юбок полно, но я люблю такое с кружевом. Длинная, богатая юбочка. Прямо под эти штаны рубашинца. Рубашинца под эти штанишки. 440 минус 30%. Получается 300 рублей она стоит будет. Она, конечно, совершенно в идеальном состоянии. Явно не стирана. Бумажка целенькая, но 300 рублей мне не хочется в секонде тратить. Ну классно, может довисит, когда будет стоить рублей 150. Мой фасончик спортивненький, сейчас померяю. Да, она где-то 290 будет стоить. Где-то 290. Классная такая. 440, это значит, опять же, где-то 380. Это на лосины. Я, конечно, так не один, но он на меня как раз. И это... Ой, это буха на лосины или кружево подшивать.
Тогда можно с ногами ходить. Вот этот на меня не налез. 720, ну, такой прям, видите, весь с именами. 720. Понятно? 720 минус 30% все равно дофигища дорого. Все равно дорого. А это прям симпатично такое. Ну опять такой цвет. Что я пошла в такой цвет все время. Я хочу вот такое платьишко показать. Видите, какое оно интересное. Не могу найти, чье оно. Ну, это, конечно, не мой размер. Но я просто очень люблю такие вещи. Сейчас я найду. Сейчас я найду, чье оно. Нет, видимо, срезанная бирка с него. И надо так делать с высоких компаний. Ну, ага, она даже новая вот на нем. Пластмассовая штучечка, чтобы вы понимали, а то это новая. Бирки срезаны внутри, но заделка такая вся качественная, поэтому это какая-то высокая компания. Стоит 500 рублей, 550, 1400 рублей она сейчас стоит. Ну все, я все показала. Надеюсь, было хорошо слышно, то я тут в примерочной не одна. Магазин забит народом. Вот так вот. Боже мой. Боже мой. Страшно. Новые. Новые. Марк Каин. 550. Гляньте, какие они интересные. Зимние штанишки. Если бы они были на меня, я бы их забрала. 620 Adidas. Но эти похожи чуть-чуть на Сиес. Чуть-чуть. Или так замерили их. В идеальном состоянии в любом случае. Даже похоже, что размер на меня. 620. Это 400 рублей. Некоторые сумки, те, что и были, лежат. Ну, сумки в этом магазине, конечно, все, как правило, очень винтажные, очень. Не могу национальное платьечко детское не заснять. Какое чудо. Какое чудо. Прелесть. Винтаж такой. Старенькая. Какой огромный поясище. О, детская Марк Спенсер. Симпатично. Сколько же она стоит? 330 минус сотня. 10 рублей. Ну ладно, хорошо прогулялась. Посмотрела, прогулялась. Пошла еще в один секонд схожу. Посмотрю. Надеюсь, хорошо было слышно. Приехать на сниженную самую цену, на шоп-цену. Ну, сегодня полная замена товара. Ну, всякую себе зайду, посмотрю, что есть. Единица 250 рублей. Знаете, какая сумка интересная. Сумочки летние такие интересные. Все по 250 сегодня. Какая курточка винтажненькая. Это на развес. Такая винтажненькая, интересная сумочка. Вот еще. Такие смешные смотреть. Короче, нашла массу, как это сказать, пробников. Пробников. Ну, это, видимо, с витрины, с магазина. Новые шторы, куски такие большие, разного-разного вида. Ой, как мне жалко с ними расставаться, но дорого будет, если я все куплю.
Два куска вот таких красивых. Ну, это какая-то синтетика. И два, вот еще один. Такой же. Много кусков вот такой шикарной обивочной ткани больших. Но тоже они очень тяжелые. Вот кусок отрез ткани. Ой, посмотрите, что я нарыла. Какой коврик восточный. Три наволочки вышитые. Они различаются, но не все ручной работы. Смотри, шелка голубого. Ой, я сегодня отсюда не уйду. Это что-то просто. Это просто что-то. Вон красивый какой. Ну, не знаю для чего. Какая сумочка. Интересно. Дедасик, а дедасик. Супер. Это я идейку на джинсы показала. Интересный поясок, но сегодня очень дорого. Может довисит, если повезет. Кое-что для себя выбрала все-таки. Все, иду домой. Уйти в тень. У меня уже фраза. Как всегда. Она уже моя коронная. Я, как всегда, поехала на процедуру, потом решила, что я буду сидеть дома по такой погоде. Вот подъездом я не люблю сидеть особо. Думаю, проедусь, прогуляюсь. В итоге я накупила кучу, опять денег потратила, набрала ткани. Я там немножко засняла то, что я набрала. Ну, в общем, приеду, покажу по хвостушку. Тонички классные, мне, как всегда, нужны. Пока что фантазии есть, что стоит делать. Потом, как всегда, буду только любоваться. Народу интересно, что я делаю, почему я смотрю в телефон. Девочки заглянули. Мне, я всегда отмечаю, как мне обращаю я внимание. Когда подходишь, начинаешь что-то выбирать, сразу за спиной образовываться, начинает звук выхватывать. Выдергивать тряпочки. Я потом все это откладываю, убираю руки и отхожу. Человек смотрит по сторонам, не видит меня рядом и теряет интерес к вещи. Это так интересно, если бы кто-то заснял со стороны, то у меня не получается это заснять со стороны. Но это такое стадное чувство, оно всегда присутствует. Ладно, пришла на остановку, буду ждать транспорт свой.